Друзья, доброго времени суток, добро пожаловать на канал Завода, меня зовут Дима, и мы продолжаем с вами проходить Far Cry 5. Ой, куда это я смотрю? На себе, на ноги. Ботиночки-то четкие. Так, встретили мы, значит, чувачка, Уиллис какой-то, и он говорит, типа, пошли со мной, братан, в машину, в тачку, что-то там хочет нам объяснить. Ну, давайте попробуем. Объяснит он нам, а где он? А его нету. Сказал прийти в тачку, а его нету. А, вот куда нам надо. Ну, давайте прокатимся. А чё за... В смысле? Пересесть. О! А, чё, в смысле? Так я... Стоп. Дай мне за руль сесть. Как мне за руль сесть? А где этот чувак-то? Он мне сказал, садись в тачку. По пути все объясню. Объясню. И ничего не... Ладно, давайте ногами. Чё-то мне кажется... Это чуть-чуть забагнуто. Ну ладно, тут сотку всего лишь. И в гору. Добежим. Там мы атлетику прокачаем. И собакин со мной. Мюсель. Опа-на. Мне нужен доступ к оборудованию в этой башне. Избавься от этих хиппи судного дня. Что? Избавиться от хиппи судного дня? Не, захватите. Ну ок. Так, вижу одного. Блин, а мне в трубу, наверное, не обязательно надо было идти, ну да ладно. Так, и чё, мне по трубам лазить? Так, давайте мы... Где мой лук? Мой верный лук. Но... Стой на месте! Рыж! Так, мне бинокль? Кто где? Кто где есть? Ага, вот вижу двоих. О, они там тренят, типа. А что такое? Кто спалился? Кто спалился? Я не понял. А, так это мой чувак спалился. Давай, собакин. Да что ж ты наклоняешься-то, на. Так, собакин. Мы... Собакина моего завалили. Так, давай, собакин, спасти. А что такое? Поздравляем, вы прошли первое испытание. Проходите испытание, чтобы получать очки навыков. Разблокировать новые навыки. Что? Убийство с пистолетов. Нажмите Q, чтобы открыть очко навыков. Навыки позволяют открывать новые устройства и способности. И позволяют улучшать снаряжение и специалистов. Чё, вы можете быстрее плавать и дольше задерживать дыхание. Также работает в режиме аркада. Так, доступно 2. Ух ты. Ух ты, а это чё? Король рыбалки. Горелка. Горелка, она позволяет открывать сейфы и чинить транспорт. Меньше урона все хищники, кроме судей. Есть такие хищники. Ух ты, нифига себе, что тут есть. В магазинах теперь будут доступны взрывчатки. ЗДУ, бесконтактные мины, коктейли молота, СВУ, улипки, гранаты, динамит и особые боеприпасы. Блин, кошка. Вы получаете кошку, ищите точки крепления кошки. Нажимайте R, чтобы быстро подниматься и спускаться. Это у нас что? Вы можете носить дополнительное оружие ближнего боя, больше патронов для пистолетов. Пес бумер возвращается в строй быстрее. Ага.
Парашют вы можете раскрыть его в падении, удерживая пробел. О, ну вот это нормально. Вот это я, наверное, возьму, потому что это, мне кажется, нужное будет. Вот это я сразу получу. Пусть будет, как говорится. И плавать. Плавать под водой, мне кажется, тоже лучше взять. Потому что наверняка здесь много всяких будет секретиков. Я этого не вынесу. На, в бошку тебе. Отлично, помощник. Встретимся на вышке. Ой, она прямо это как приснула. Приснула. Так, мне кажется, здесь уже... Внимание, постель мокрая. Повторяю, постель мокрая. Кто это? Как ты попал на эту частоту? Нет времени объяснять, но твой бункер обнаружен. Поторопись. Черт, я в доме Бойда. Вышли вертолет, и я разберусь. Времени нет. Следуй за вертолетом к дому Бойда. Дай цели сесть, и они поведут тебя. Так, и чё? Все? Подождите, пока Уиллс приманит VIP-цель. Что за VIP-цель? Ух ты, а это что такое? Вау! Вау, вот это УЗИ. Вот это уже поинтереснее. Вертолет как раз вовремя. Если есть костюм крыло, можешь следовать за ним, спрыгнув с вышки. А если нет, квадроцикл тоже подойдет. Шевелись. Так, следуйте. Чё, у меня костюм есть. Следуйте за вертолетом. Или какой костюм? Квадроцикл. Да подожди, ты что-то орешь. Где квадроцикл? Где квадроцикл? Ты сказал, здесь есть квадроцикл. Да не трави душу. Так, а ручной службы раздирают твое вождение. Здание провалено, цель потеряна. Что? Я чё-то вообще не пойму. Чё не так было-то? Не. Отлично, помощник. Встретимся на вышке. Так, а, это типа всё заново задание, да? Так, здесь горит. Ага, вон оно чё. Читать, записка выживальщика. Мистер... Скрылинд, мы все подготовили. Когда сектанты придут к вам, сразу сообщите. Я спущусь по тросу к нашему тайнику и приду на помощь. Мы должны помогать друг другу. Так, тайник выживальщика. Это по тросу надо спуститься. А где трос? Вот он трос. Да? Вот это что ли? Так, ладно, сейчас, где УЗИ моё? Я не пойму, где моё УЗИ. Так, это не УЗИ, ты тоже не УЗИ. Где моё УЗИ? А трупов здесь уже нету. Ах ты, ёптель-моптель. Тут чё, сохраняться надо каждый раз? Что обыскать? Латук, горчица. О, сортир. Еще и чистый, нормально. Так, ладно. Идем наверх к этому чуваку. Он сейчас скажет, квадроцикл тоже сойдет. А где мне этот квадроцикл взять? Он не говорит. Внимание, постель мокрая. Повторяю, постель мокрая. Кто это? Как ты попал на эту частоту? Нет времени объяснять, но твой бункер обнаружен. Поторопись. Черт, я в доме Бойда. Вышли вертолет, и я разберусь. Времени нет. Следуй за вертолетом к дому Бойда. Дай цели сесть, и они поведут тебя по дороге из желтого кирпича. Помни, как бы иронично это ни прозвучало, нужно обойтись без крови. Только слежка. Без команды не вмешивайся. Вертолет как раз вовремя. Если есть костюм крыло, можешь следовать за ним, спрыгнув с вышки. А если нет, квадроцикл тоже подойдет. Шевелись! Да! Парашют, просто парашют. Так, ладно, где тачка? Вот он, квадроцикл. Так. Он улетает. Он очень быстро улетает.
Так, Мишка, я пока с тобой разберусь потом. Мне надо за вертолетиком лететь. Точнее, следить за ним просто надо. До какой-то желтой дороги. Дай ему залезть в вертолет. Помни, нужно выяснить, где он прячет кассету. С убийством справится любой идиот, если дать ему палку. Шпионаж - вот что отличает нас от животных. Так, проследите. Ну окей, следим. Только за кем? Так, он там что делает? Может, мне подъехать в окошко, надо посмотреть? Чё ты стоишь на месте? А почему провален-то? А что я не так сделал-то? Чё? Почему? Что не так, блин? Дай ему залезть в вертолёт. Помни, нужно выяснить, где он прячет кассету. Ага. С убийством справится любой идиот, если дать ему палку. Шпионаж - вот что отличает нас от животных. Полетел. И что, мне дальше за ним следовать или не? Так, и где мой квадрок? Ой, вот тачка есть. Да давай, залази ты. Найс. Найс. Вообще супер. Итак, по чуть-чуть буду крабить. Да он стоял там. Я стоял, ждал, когда он что-нибудь сделает. Вертолет. Помни, нужно выяснить, где он прячет кассету. С убийством справится любой идиот, если дать ему палку. Так, отметили его. Вот что отличает нас от животных. И он меня вообще-то... О, вот он есть. Квадроцикл мой стоит. Поехали. Это кассету ищу. А в смысле улетает? Никуда он не улетает. Так, главное никуда не вписаться и не перевернуться. О, тут трамплинчик даже есть. Найс. А чё, я там... Не ведёт меня. Или ведёт? Блин, а эти кусты. Главное не врезаться в дерево. Его убить все-таки надо. Так, а типа до убежища мы добрались, теперь можно убивать. Захватите. Так, да нет, мне не так надо, мне надо чекнуть сначала, кто где есть. Еще двое. Собакин, давай. Аккуратней.
Да что ж ты будешь делать-то? Да у него что, голова каменная, что ли? Ой, хорош, ой, хорош. Так, как, кстати, вот это как мне отменить-то? Так, Собакин мой жив или нет? Не, не жив. Или восстанавливается просто. Так, я случайно поставил, похоже, метку. Все, я ее убрал. Так, обыскать тело. Все, ничего тут интересного нету. Ну, тут дробовички даже есть, фига себе. Где он? Нормально, нормально. Дробовички мне нравятся. Так, теперь мне нужно найти какую-то пленку. Видеокассету. Так, здесь ее нету. Обана. А вот это уже тайничок. А вот это уже, наверное, по мою душу. Мама-ма. О, бабосики. Нормально. Лутаемся. Короче, спокойно. Не спеша лутаемся. О, все. Так, видеокассету Иллису отдать нужно теперь эту. Жилетик есть. Граната. Граната у меня полна. Деньги, 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 денег много. Прямо очень много. Так, ну все. Вылазим, кассету нашли. И собаки нажил. Так, а я в дом могу зайти? О, здорово, сэр, ты уже тут. Рад сообщить, что мы вернули пленку. Что-что? Вы меня разыгрываете? Глава администрации? Почту за честь, я буду ждать. Прости, у меня тут наклюнулась рыбка покрупнее, так что на это лень тратить время. Да, в Америке сделка есть сделка, но это все-таки новая Америка. Знаю, ты на что-то рассчитывал, но так вышло. Вспомнилась тут бабуля мне всегда говорила: в одну руку сри, в другую желай, увидишь, что получится. А, скучаю по ней. Ну все, до встречи. Так, так что я выполнил? Что у нас? Летаешь так? Так, раскраска камуфляж для СМГ. Разблокируется в магазинах. И плюс 860 баксов дали. Кто-то решил, что может нарушать правила. Что может отнимать у нас. Что может красть то, что принадлежит отцу. Наш противник — убийца и трус. Но Бог все видит и укажет на злодея. Его следует найти и наказать. Такова воля отца. Это он типа про меня. Найти и наказать. Ну, попробуй. Найди и накажи. Много таких было, я тебе скажу, чувак. Так, мне бы какую-нибудь пушку. С этим, с прицельчиком. Типа автомат, что ли. Тут у меня сколько? Где? 12 пуль. Это кто? Блин, не показал, скинтавр какой-то. Отец, спаси! Давай, неси, собакин, я тебя выручу. Так, здесь обычный автомат. Нет, обычный автомат мне не интересен. О, это типа свои чуваки. Зелененькие были. Так, ладно, что у нас там с заданием? Лодка мне не нужна. Это у нас быстро перемещение появилось. Где задание? Вот он, журнал. Долина Холланд. Фол Энс.
По-моему, сюда мне надо, да? А это что такое? Это... А, это тайники всякие. Тайнички. Отслеживать. Так, теперь мне карта нужна. Тайничок, где это тайничок? Тайничок, выходи. Вот он, тайничок. Короче, мне сюда обратно надо. И потом на, получается, этой. Как его там? По тросу спуститься вниз. И как хорошо, что есть быстрое перемещение. Путешествие, отлично. Это вообще замечательно. Быстрое перемещение мне нравится. Так, сетевое событие, доступна новая награда. Что это такое? Блин, я на самом деле еще в половине здесь не разберусь. Чё, как, куда, кого. Какие-то цифры постоянно, какие-то сообщения непонятные. Я в них вообще не разбираюсь. Мне типа надо было зацепиться и держаться, да? Ага, вот. Вот. Птичек шуганули. О! Блин, ну это беспалевным оружием не назовешь. Поэтому лучше возьму-ка я лук. Дробовичок мне не интересен. Давай еще раз. Собакин, ты за мной? А вот куда мне надо. Ох, елки-палки, там что-то взрывается. Так, здесь у нас ничего нету. Но здесь я могу запрыгнуть, да? О, вот зачем мне дробовичок предлагали взять. Так, а там взрывы какие-то происходят. Так. Да ладно. А, типа медведь испугался собаки. Нормально, нормально. Так, тут есть автомат. Автомат. А тут враги у нас есть вообще или нет? Да вроде нету. А. Вот оно чё. Задать точку маршрута. Вот когда я поставил эту случайную штучку. Так. Давай, цепляемся за трос, и как раз мы попадем в тайничок. Вот. Вот тын-дынь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь. Денег прям здесь, прям вообще много. А это что такое? Журналы. Журналы нам дают очки навыков. Так, а это все у нас полное, типа, да? Как там? Ку через ку, да? Вот, изготовить. Нет места. А что я могу еще изготовить? Ага, разблокируйте ячейку оружия с навыком дополнительная кобура и коллекционер оружия. Это чтобы больше пушек таскать. Сейчас мы тогда разблокируем. Сейчас, подождите. Чутка, так. Лучший выживальщик. Что это такое? Снижает получаемый урон. Ну давайте сделаем. Автоматически отмечает всех зверей и противников в поле зрения. А также обращает хищников в бегство. Тоже возьмем. Ага. А это у нас что? Ненадолго повышает урон в ближнем бою. На некоторое время повышает вашу скорость. О, вот это. А, все, у меня дурмана нету. Я весь дурман использовал. Так. У меня есть...
Навыки, где эти навыки? Навыки. Навыки не здесь. И? Испытания, вот они, навыки. Так. Где у нас с оружием? Вот она, вот оно. Это у нас дополнительная кобура. И еще что-то должно быть. А, и коллекционер оружия, вот она. Блин. Это долго, это очень долго мы будем собирать. Так, вы можете намного быстрее перемещаться, пригнувшись. Вы быстрее изготавливаете предметы, минируете машины, отключаете сигнализацию, скрываете сейф. Вы получаете костюм-крыло. Чтобы использовать его, нажмите Shift. Переключайтесь между костюм-крылом и парашютом в полете, чтобы улететь дальше. Вот он что за костюм-крыло говорил. Так, ладно, давайте мы будем А это что? Получив ранение, пес Бумер возвращается в бой быстрее. Так, давайте я вот это хочу улучшить. Стоимость 7. Кошку тоже, наверное, я возьму эту кошку. Точки крепления нужны только. Это наверх забираться. Ну, пусть будет. Пусть будет, а чё нет, как говорится. Так, это у меня все полное. Так, и тут я где-то видел чувака. Так, для жилета у меня места нет. Так, ты чё? Я хочу слезть вообще-то. Ага. Так, еще один ящик. Ого, сколько. И коровка бегает, фига себе. Так, а это что у нас? Читать. Записка Стрикленда. А в башне все готово. Подниматься долго, зато внизу быстро. Когда все полетит к чертям, мы полетим в другую сторону. А, понял уже, с этими стросиками. Не понял. Так, давайте я собаке скажу, наверное. Пускай загрызет. Осторожно! А меня снайпер спалил. Ой-ой-ой, я где загорелся-то? Что тут, что происходит? Кошмар! Так, а потушить огонь, потушить. Да где я загораюсь? Здесь огня нету. Ты где загорелся-то, а, чувак? What the fuck? Мне Бумеру, наверное, сказать, чтоб вот этого вот пса ты, чувака, загрыз. Он снайпер опасный. Ну, а это мы взорвем. О! Так, где ты убил трупика? Где трупик-то, снайпера? Так, от него он. Стрелы. Блин, я опять горю. Как это? Тачки ездить или что тут? А, оба-на, ты куда бежишь? Блин.
Так, олень. Я хочу его убить. Да ладно. Блин, опять загорелся. Да тут нету огня. Где ты загорелся-то? Так, хорош, песен, хорош. Так, вот это мы возьмем. У меня лопаты нету. Бэм. Так, ну здесь я не зайду. Так, это огнемет. Огнемет мне не интересно. Так, ну все, вроде все, обшарили здесь. Че теперь? Посмотрим, что там по заданиям. А по заданиям у нас там... Пойдем мы... сюда. Дальше продолжим наш путь. Вот, мы, да, мы уже рядом почти. False End направляемся, короче. По пути, может, будет что интересное.